Информатизация является одним из основных направлений социально-экономического развития государства. Результативность работы в этой сфере – залог успешного развития всех отраслей народного хозяйства. В настоящее время национальная информатизация реализовывается в рамках пятилетней стратегии развития, утвержденной Советом министров в 2010 году. В рамках стратегии предполагается реализация наиболее существенных, наиболее ключевых направлений развития информационного общества, таких как электронное образование, электронное здравоохранение, электронная занятость и социальная защита, элементы электронной экономики в виде подпрограммы таможенного комитета и содействие экспортно-ориентированной IT-индустрии, которая старается развивать парк высоких технологий. На семинаре «Электронный регион», который проходит в эти дни в городе над Бугом, рассматриваются вопросы информатизации области. В ходе мероприятия специалисты Брестского облсполкома продемонстрируют свои разработки в сфере использования высоких технологий в органах государственного управления на примере работы поселковых и сельских исполкомов и отделов ЗАГС. Будет показан еще один из важных элементов проводимой работы – построение VPN-сети. Брещина заслуженно считается лидером среди остальных регионов в деле создания информационного общества. Но специалисты признаются, что некоторые недоработки еще имеются, и их устранение сейчас основная задача. Самые основные проблемы информатизации – это то, что отсутствует вертикаль, узаконенная вертикаль специалистов по информационным технологиям в органах госуправления. Сторонние организации могут быть разработчиками программного обеспечения, но внедрять его на местах, работать с конечными пользователями должны работники структур там, где это внедряется. Потому что приходящие специалисты не могут постоянно находиться на работе, местах, там, где внедряется программное обеспечение, и они изнутри не знают проблемы, которые существуют на рабочих местах. Поэтому Брестская область, наверное, очень правильно поступила в решении этого вопроса. То, что в рамках штатной имеющейся численности у нас во всех горроисполкомах есть по одному специалисту по информационным технологиям. Благодаря наличию этих специалистов, в общем-то, мы достигли определенных успехов в сфере информатизации. Специалисты уверены, что семинар на Брещине – хороший старт для проведения подобных форумов по всей республике. В каждой области есть свои особенности, хорошие наработки, отлаженные механизмы и способы внедрения высоких технологий. И такой опыт необходимо распространять, тем самым ускоряя темпы развития каждого региона.